Да что же ты? Куда ты бежишь, рогатая? Добро пожаловать в королевство, самое гостеприимное. Там правит очень добрый король Пушок и его сын принц Вася. Чего изволите, ваше высочество? Зинаида Николаевна, мы уже оголодали, как львы. Конечно, сейчас принесу. О, про меня написали. Молодец я. Приготовлю. Такую вкуснятину приготовлю. Ой, где шафран? Кожаные перчатки, не жалко. Лапки, ушанки. Останови же ты. Шафран, по скидочке не проходите мимо. О, мне шафран как раз нужно. Самый лучший во всем королевстве. Немножко шафранчик чуть посыплю. Вкуснятина будет, пальчики оближешь. Мой любимый борщик с шафраном. А где мой папа? Куда он пропал? Король пропал! Король пропал! Король пропал! Тревога! Король пропал! Что делать? Нам всем крышка! Горе нам всем горе! Кто мой супчик шафрановый будет есть? Отец, я найду тебя! Великий сыщик вас гид идет по следу! Ну и стой, король! Ты кто? Я принц Вася. Ищу своего отца, пропавшего короля. Король пропал, это плохо. А может, его дракон похитил? Он тут неподалеку живет. Давай провожу. Благодарю тебя, внук. Именем короля, принц Вася, ты похитил короля? Я никаких королей не крал. У меня вообще депрессия. Меня никто не любит. Она меня не любит. А нечего похищать принцесс без согласия. Ну вот видите. А ты что, принц? Твой отец пропал? Да, это мой отец пропал. О, а ты тоже увлекаешься детективами? Да, я знаменитый сыщик. Я тоже. Я помогу тебе найти твоего отца. По правилам детектива, преступник всегда садовник. У вас есть садовник? У нас есть Зинаида Николаевна. Она все делает. Тогда у меня есть вопрос к Зинаиде Николаевне. Я с вами. Не оставляйте меня одного. Что такое? Что случилось? Это вы похитили короля, чтобы потребовать выкуп? Что вы такое подумали? Я никогда бы такого бы не сделала. Слезы у нее искренние. Может быть, у кого-то есть зуб на твоего отца? Погодите, я, кажется, догадался, кто это. Вы похитили короля! Признавайтесь! Нас раскусили!
никого не похищали. Мы просто отравили короля. А ну быстро расколдовывайте его обратно. Не та лягушка. Не та лягушка. И это не та. Последняя. Наконец-то вы меня нашли. Ура! Зинаида Николаевна, вы мне нравитесь. О, спасибо, спасибо за комплимент. Сейчас такая вкуснятина, какую тебе приготовлю. Спасибо, только без шафрана. У меня на это аллергия.